Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы продолжаем наши уроки по гитаре. И сегодня у нас русская народная песня «Степь да степь кругом». Кстати, не уверен, что она русская народная, но народная, наверное, да, потому что это еще моя бабушка пела. Вот, мне нравятся мелодии такого типа, вот, русские народные, всякие песни народные и так далее. Я думаю, каждый гитарист должен играть такую музыку. Вот, и поэтому мы ее с вами разберем. Разберем мы ее в следующий раз. Да, и не забывайте, что у нас есть под видео ссылочка на суперкурс игры по гитаре. Переходите, регистрируйтесь и получайте ваш курс совершенно бесплатно. Вот, в следующий раз начнем разбирать эту замечательную мелодию. Вот, а пока все. Сегодня мы сыграли ее. Все, спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки, заходите в группу ВКонтакте, которая называется «Типичная гитара». Она всегда обновляется, всегда что-то новое, интересное. Подписывайтесь на наш канал, зовите друзей, делайте репосты. Буду очень вам за это благодарен. Да, и еще такое хотел я вам сказать. Насчет разборов, наверное, надо в каждом видео это говорить. Советую не игнорировать мою аппликатуру. То есть те пальцы, которые я говорю ставить, ставьте. Это в ваших интересах. То есть если вы начинающий гитарист, не советую ставить те пальцы, которые вам удобно. Это касается всех видео. От аппликатуры на гитаре зависит очень многое. Но, тем не менее, это вам решать. Все, спасибо, что смотрели. Удачных вам разборов. Встретимся в следующем подкасте. Хорошего настроения. Пока.